На центральной площади крымской столицы почтили память погибших в катастрофе с Ан-148 в Подмосковье. К установленному стенду с фотографиями воздушного судна жители и гости Симферополя нанесли цветы и свечи. В траурном мероприятии приняли участие представители администрации. Цветы возложил и мэр крымской столицы Игорь Лукашов. Погибших почтили минутой молчания. Да это наше горе, потому что люди погибли. Они вчера собирались куда-то приехать к своим семьям. И не прилетели. Вот. Поэтому мы скорбим вместе с семьями, скорбим со всей Россией. И, в общем-то, желаем, как бы, чтобы родные, близкие, соболезнованные пережили эту катастрофу. Ну, жизнь продолжается. Понятно, что близких не вернешь. Мы с ними и все крымчане с ними. Самолет Ан-148 саратовских авиалиний, выполнявший рейс Москва-Орск, потерпел крушение в воскресенье. Воздушное судно разбилось через несколько минут после вылета из Домодедово. 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли. На сегодняшний день на месте крушения обнаружили около 800 фрагментов тела, более 440 обломков самолета. Медики приступили к сбору образцов ДНК у родственников погибших. Свои соболезнования выразили многие государства. Это и США, Греция, Израиль, Армения, Египет, страны СНГ, а также генеральный секретарь ООН.